День Победы, он такой многогранный, и отмечают его по-разному. В Нижнем Новгороде состоялся уже 16-й всероссийский конкурс по спортивным бальным танцам «Вальс Победы-2016». Глава региона отмечает, танцы – это не просто времяпрепровождение. Порой танец помогает пережить даже самые трудные моменты жизни. Наверное, самое главное, потому что все трудности, которые преодолевали советские люди в то время и на фронте, и в тылу, они сопровождались все равно жизнь ее не остановить, и песнями, и танцами. И жизнь идет, и самая главная память о них – это то, что вот все подрастающие поколения имеют возможность показать себя, раскрыть свой потенциал. В этот раз в столице Приволжья на паркет вышли 800 пар из самых разных городов страны. В «Вальсе Победы» кружили ребята в возрасте от 4 до 25 лет. Организаторы с гордостью подчеркивают, с каждым годом география участников растет. У нас пары из Сочи, пары из Анапы, Волгоград, Южный, Юг весь приезжает, из Севера, Ижевск, Казань. То есть большое множество пар приезжает из других городов. «Вальс Победы» – конкурс особенный, признаются сами танцоры. Ведь за ними наблюдают не только судьи, но и почетные зрители – ветераны Великой Отечественной войны. Это больше всего честь для нас, для пары, а для всего конкурса, что такое мероприятие проходит, что мы танцевали. А перед ветеранами это такая большая, очень сильная честь. Победители конкурса получили награды от правительства области и законодательного собрания. Чтобы достичь вот таких высот и результатов, столько сил, столько энергии вкладывает в свой вид спорта, а это значит, что у них уже нет времени на какие-то вещи, от которых мы сегодня стараемся оградить нашу молодежь. Организаторы отмечают, в следующий раз «Вальс Победы» станет еще масштабнее.